поделились опытом. 17-й педиатрический конгресс прошел в Москве с 14 по 17 февраля. Педиатры не только с нашей страны, но и с Европы съехались на это масштабное медицинское мероприятие. Братские специалисты тоже не упустили возможность пообщаться с именитыми гостями конгресса. Главный врач детской городской больницы Михаил Ермаченко привез из Москвы массу новых идей и советов по улучшению деятельности своего медицинского учреждения. 10 залов, все было разбито по секциям. Хирургическая секция, допустим, педиатрическая, кардиологическая, неврологическая, и все ноу-хау, что есть в современной медицине, нам как бы давали. Конечно, охватить необъятное невозможно, присутствовать одновременно в нескольких залах невозможно, но на многих как бы секциях я поприсутствовал и привез очень много как бы полезной медицинской документации, которую, думаю, мы будем с докторами внедрять на пользу детей города Братска, не только города Братска.